Всем привет! Смотри, что мне удалось отснять. Один вопрос. Что ты там увидел? Нападение собак на человека или нападение человека на собак? Иди сюда, иди, иди. Врезать не надо. Иди сюда, сука. Ну тут вообще все по-другому. Может быть, весна влияет так на людей? Мужичок просто с ножом бегал за собаками. Я, конечно, все понимаю, иногда бывают злые, когда голодные. Но люди, черт мире, человек, некоторым людям очень и очень скучно ведь поживаться. Люди очень удивительное создание. Откуда у нас столько жестокости, я, конечно, понять не могу. Заложено, может быть, где-то в генах, но у нас есть свобода выбора. Этого нет у животных. Поэтому не надо стрелять собак. Дома осталось еда, накормили их, они сытые, бегают радостные, кивают своими хвостиками. Спасибо, что уделили минутку своего времени. Любите животных, спите 8 часов, меньше курите, употребляйте алкоголь. С этим проблемы.